Добрый вечер. У нас сегодня очень крутой свет на сцене, мне кажется, которым управляет Вика. Поэтому я мало кого вижу, но я очень рад, что вы пришли. Да, это первый раз, когда этот коллектив... Спасибо! Когда этот коллектив приезжает в Москву. У нас играет Лукас Лайтнер на клавишах и на басовых синтезаторах. И Лиза Хофманингер играет на саксофоне. Меня зовут Сергей Балашов. Вместе мы называемся Chessnock. Это немножечко похоже на русское слово чеснок. Это означает шахматный удар, который разбирается в английском. Небольшая игра слов. Мы решили, что это очень забавно.
Thank you.
очень известный джазовый стандарт нашей аранжировки, называется My Funny Valentine. Был написан для мюзикла в 30-е годы, я, к сожалению, забыл. Назывался мюзикл, но это такая классическая джазовая баллада, которая в принципе. Вот, например, мы все втроем играли ее на экзамене вступительном в консерватории, где мы учились в городе Линз, очень интересная консерватория. Вот. Мы сыграли на iPad и Valentine в такой обработке, и нас не взяли. На следующий год мы решили, что мы сыграли другой джазовый стандарт, раз My Funny Valentine не зашел. И мы решили сыграть, тоже есть такая очень известная композиция, может быть, вы знаете, она называется All the Things You Are. Сейчас мы сыграем вам ту аранжировку All the Things You Are, с которой мы наконец-то вступили все втроем, как группа. Консерватория имени Антона Брусова. Thank you.
Лука Снайпер на синтезатор и голос Яро. Thank you.
нам было интересно узнать, как в разных языках изображают звуки, которые издают животные. И как вы все прекрасно знаете, по-русски свиньи делают как? Крю-крю. Это была немецкая версия, она, в принципе, ее очень сильно инкорпорировали с нашей английской уже. Так вот, на английском свиньи делают онг-онг. И про этот звук наши следующие композиции.
мы сыграем нашу последнюю композицию на сегодня. Она, видимо, должна быть последней, потому что мы никогда не знаем, сколько это продлится. А нам здесь нельзя бесконечно. Ее написала Лиза Хофманнингер, и она называется «Ридлюдиду». Так, на Лиза из Верхней Австрии и на верхнеавстрийском диалекте «Ридлюдиду» — это похороны. Thank you.
pracują i zgadzać mrtwycowcy. Thank you.
Спасибо большое, что вы пришли и послушали. Сейчас это был бис, потому что у нас в этом проекте есть такая особенность. Мы играем бис до того, как его попросят. И мы очень благодарны вам за то, что вы так внимательно послушали. Так что мы готовы были сегодня вам предложить. Спасибо большое. Клавиши. Зага